Привет из Таиланда! С вами Миля, у нас новый день и новость про Ольгу Бузову. Но как же без нее? Не успела Ольга Бузова научиться петь, как уже отправляется на гастроли. Об этом знаменитость сама сообщила в Инстаграм. Ольга Бузова собрала чемодан, недавно написанные музыкальные хиты и отправилась ими покорять всю Россию. Она выложила фотографию прямо с аэропорта, чтобы показать всю серьезность своих намерений. Под фото она указала, что спала всего 2 часа и едет в Ингушетию. Также певица дала понять, что отправляется на гастроли по городам. В комментариях больше обсуждали то, что человек не может спать 2 часа в день, а потом активно проводить время. Другие обсуждали ее губы, что они заметно увеличились. Ну, в общем, полный бред. Молодец, Бузова, так держать. Но все равно, кто отправляется на гастроли с малым количеством песен, мне не понять. А как вы думаете? На сегодня все. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями и подписывайтесь на канал. Всем пока!